Бештауты Дживерсон есі штытын қауыжынарға операции Израиль ішкінін ұргонылап бұйы есі штыты лавжарырдым, пабарагышты шакарней жыфаштив жытым. Салдар операции өрәші емі Германии баға қаттойлап бұйысымай бұн тондырма бақұрмы. Израиль танып шаварын сыраждар күдітті афтата ногай кайвынзын бұмай. Бештауты Дживерсудашны массажист фалайын ниш күдім бал афты күшініф адатны дытты. Сыба күші уйдар хоштыласыу. Барагу яхи қару тай нижыл кайна фатахозануи. Яжарды дары харжауданы хошыл. После этого, как это все произошло, как уже произошло обширное кровоизлияние, и делали уколы под глаз, там таблетки принимал тоже, да, пытались очистить глазное дно для дальнейших процедур. Ну и, в общем, ни одна клиника на территории Российской Федерации не бралась за меня, так как у меня сахарный диабет. Сейчас мне на операцию нужно очень много денег. Во-первых, на консультацию надо 6 500 долларов. Это где-то 420-430 тысяч рублей. Ну и плюс после этой консультации мне на операцию еще надо 120 тысяч долларов. Это сколько? Это 8,5 где-то миллионов.